В Апатитах на центральной площади начали устанавливать городскую елку. Это конструкция, которую закупили год назад высотой около 12 метров. Вторая городская елка, стоявшая в прошлом году у атлета, будет смонтирована в Старых Апатитах возле 4-й школы. Завершить работы подрядчик должен в начале декабря. Поставить красивую елку в Старых Апатитах, ну, очень хотелось еще в 2012 году, вот когда увидел, что там вот. Ну вот сейчас, наверное, время пришло под красивую улицу Жемчужную, красивую елку, красивую площадку.